В Беларуси до сих пор не объявлен карантин, а все данные под запретом. Она просто снимает. Она снимает видеокамеру. Выйдите отсюда. У меня здесь сын. Положите камеру и зайдите сюда. Не буду. Любое распространение информации о коронавирусе считается преступлением. Были вызваны сотрудники милиции, которые объяснили, что это общественное место, и я имею право снимать. На что врач написал заявление. И в результате этого понедельник 30 марта состоится суд. Тем временем Александр Лукашенко не собирается изолировать распространение вируса. Хайпануть модно сейчас на этой теме в интернете. Мы начали отлавливать таких. Вместо вируса он активно изолирует блогеров. Никто из вас меня не упрекнет, что мы хоть в чем-то ограничили интернет в Беларуси. Хотя надо было бы. Мы пока еще не знаем, как это сделать так, чтобы цивилизованное общество снова не подвергло нас санкциям. Поэтому мы пока не трогаем интернет. У Беларуси есть собственное мнение на тему моральных, этических, правовых границ свободы интернета. Нас 1 апреля сегодня. 1 апреля? Хотя у вас уже... Мы встретились с одним известным человеком. И не только с одним. Еще из другого города у нас еще один канал. Короче, у нас 3 YouTube-канала в одном кадре. Так что не переключайтесь, все правильно. Вы ничего не перепутали. У меня к тебе вопрос. Один, но важный. YouTube в Беларуси через 10 лет. Как ты его себе видишь? Не имеет ли нам смысл всем нам, нашим каналам, может быть, как-то объединиться, чтобы нас одним росчерком пера вот так не взяли и законом о СМИ не, как сейчас в России. Ну, собственно, смысл ты понимаешь. Я... К тебе тоже такой же вопрос, но так как мы в Гомеле, то по закону... Я дома, типа, да? Да. Вначале домашняя сторона, а потом... За Ютубом будущее, это однозначно, да. В Беларуси Ютуб еще до сих пор нормально не пришел. Может быть, интернетом пользуются многие, но многие еще даже не знают, как им пользоваться нормально, потому что никто не знает, где есть ссылка в описании. Артем, что такое ссылка в описании, где ее найти? Ну, то есть... Мне таких вопросов не задают. У меня аудитория больше россияне. Объединяться в любом случае стоит, как это ни банально звучит, и даже не по той причине, чтобы нас не задавили, а задавить нас захотят, задавят в нашей Беларуси за один день или за один час, например, да. Плюс в том, что мы... Обмениваясь аудиторией, да, не будучи жадным, закрываться, вот это вот очень плохо. Человек там, да, вот меня больше там, чем у него, да. Это, кстати, белорусская тоже, кстати, черта. Я знаю, она очень сильно, да, она очень сильно. Которые не поделились моими. Да, это очень сильно вредит и ему, в принципе, и Ютубу в общем. В России сейчас уже поняли, миллионные каналы, они уже осознали, что нужно создавать коллаборации, нужно обмениваться роликами, нужно хитро зарисовывать это, чтобы заинтересовать аудиторию. Реклама друг друга обязательно, в принципе обязательно. И большим каналам они должны четко понимать, что YouTube — это не постоянная площадка. 3 страйка и тебя нет. Ну уже 4, но первый уведомительный. Суть не имеет значения. Да. Ничего не меняется. 3 страйка. И это все сжимается с каждым годом. Сейчас уже мы сегодня с тобой обсуждали, да? Если у вас есть на канале какие-то дети, и они снимаются в купальниках, то есть шансы, что это видео сам YouTube может... Вот мы все могли бы объединиться, но как? Каждый из нас боится за то, что, возможно, кто-то на чем-то хайпанет. Допустим, я снимаю это видео, возможно, вы подумаете, что я хочу больше подписчиков. Но, знаете, я знаю, что их не будет больше. Я знаю, что у него может быть больше, потому что вы же смотрите на моем канале, а я внизу дал ссылки на его канал, то есть вы перейдете туда. Тут вопрос в том, что как вот этот страх преодолеть, при том, что сейчас все больше и больше зажимаются нашим государством вот эти вот меры, которыми нас... Под каждым роликом у меня на канале существует несколько ссылок на блогеров.
не знаю, у них вряд ли, конечно, нет, скорее у них нету, но у меня есть. То есть блогеров, которых я смотрю, вот основное количество блогеров, они у меня существуют. То есть активные, и они у меня постоянно... А вы с ними не договаривали? Я просто взял и ставил ссылки в описании на каждого из них, и они у меня есть, они у меня там... И не в том, что меня кто-то возьмет, я только что подумал, что ведь действительно мы не обязательно должны договариваться между собой, мы можем просто взять и кого-то поставить, кто нам нравится. Они у меня стоят, как я у кого не спрашивал, поставил, они у меня стоят, каждый человек может прийти и подписаться. А у меня есть канал небольшой, маленький парень снимает, «История Жеки». Просто человек искренний, он не политический, да, вообще не политический. Но я отрекламировал, ссылку не убираю. Просто не убираю. Ну, мне нравится и классно. Я сейчас отрекламировал еще одного парня и тоже не планирую ссылку убирать, он политический. Вот, то есть, ну, пускай ссылки будут, вдруг кому-то пригодится. Ну, то есть, в чем проблема? Я готов помогать, рекламировать. Ребята, ну мы же делаем общее дело. Ну, то есть я говорю то, что я хочу, то, что я считаю нужным. А кому не нравится, вот много же, да, у меня же тоже есть хейтеры, которые никому не нравятся, да. Ну идите, снимите лучше, выскажите свою позицию, да. А хотите, ну, вот, давайте дискутировать. Почему нет? Это же классно. Снимите, да. Снимите ролик. Конкурируйте со мной. Ты когда пошел в блогинг, такие... у тебя не было проблем вот, в личной жизни? Там никто не угрожал, не приходил? Было такое, нет? Ну, мне, наверное, угрожали. Да, но, в общем-то, ну, был один пассажир, но он быстро отклеился. Очень быстро. Я добрый, позитивный, хороший мальчик, парень на Ютубе. Как ты видишь себя через 10 лет на Ютубе? Я ухожу от старого формата и начинаю новый формат. Так как я посмотрела, как живут люди в Беларуси, я была в шоке. И я решила сделать канал, где буду рассказывать именно правду про ту жизнь, в которой живем мы, а не то, что нам показывают. И я считаю, что да, действительно, мы должны объединяться как блогеры, потому что вместе мы сила, мы друг друга поддержим, и ничего не случится. Вот это мое мнение. Ну, как я ролик снял, спросил, что вы смотрите на телевидении. И смотрите вы телек или нет? Я уже 7 лет не смотрю. Послушай, люди смотрят телевизор в таких объемах. Да? А я смотрел. И они там большинство говорили, российский. Да, но ничего не влияет. Да, я смотрела, да. Просто проводил. Я был в шоке. Да? Самое у интересное... тебя, по-моему, два человека. Да, но у меня есть исходники. Я спрашивал у каждого прохожего. Угу. У каждого. Ютуб. Сейчас за Ютубом будущее. Я считаю, это мое личное мнение. Мне кажется, что Ютуб в Беларуси еще в зародыше. Да, зародыше. Его нужно развивать. Но пока мы не будем вот среди блогеров друг другу помогать, мы будем двигаться миллиметрами, сантиметрами. А если будем друг другу помогать, мы будем метрами, километрами. И это выгодно всем, как зрителю. Утаивая тот или иной канал от своих зрителей, запоминайте, вы те, кто, о ком я говорю сейчас, вы тем самым закрываете глаза своему зрителю. Я, вот если посмотреть на последние ролики, меня практически там нету. Потому что в один определенный момент я понял, что появилась какая-то, ну, мое лицо как какой-то символ чего-то, ну, как канала, да, у меня еще на заставке там мое лицо. И я понял, что, ну, надо тормозить. Логотип я не готов был менять, потому что мы не смогли нарисовать более достойного логотипа. И с шапкой мы уже работаем, наверное, месяца три, не можем шапку приготовить, ну, красивую такую, чтобы вот она понравилась. Я хочу уйти от лица, потому что я хочу создать на канале «Общество Гомель» общество, чтобы в случае необходимости ты замутил видос, а там была большая площадка, например, на 300-400 тысяч подписчиков, да, и ты говоришь, у меня есть видос социально значимый, я его хочу разместить, и мы его размещаем. То есть вот таким образом потихонечку мы приходим, но только чтобы это было так, что ты выпустил, и люди знали, что эта рубрика не я сделал, а ты. Угу. Потому что сейчас, что бы у меня не вышло на канале, все считают, что это сделал я. Хотя я могу заверить, что это не так. Но на канале трудится много людей, которые... Я это как бы на лицо канала, то есть я его просто создал, я его как бы... Ну, я много чего там делаю, может, и не делаю, кто знает, для спецслужб. Это вообще не мой канал, если что. Да. Вот.
То есть вот так это должно работать. И когда я понял, что с моим лицом что-то происходит не то, потому что там комментарии меня лично там благодаря там и так далее, и так далее, и так далее, хотя очень большая команда над этим трудилась, я почувствовал, что ну я себя некомфортно чувствую, и я начал все меньше, потихоньку меньше и меньше, меньше вставляю себя в ролики, чтобы ну люди понимали, что это общество Гомель, команда, целая команда, а не один я. Ну, то есть мне так комфортнее себя ощущать и на равных условиях, на равных позициях общаться с людьми, которые рядом со мной. Да, я бы сделал. Ребята, спокойной ночи. Ночью будешь выпускать. А если утром будет смотреть?